Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу, как добавить оперативную память на ноутбуке Lenovo IdeaPad Gaming 3. На стандартной комплектации ноутбука Lenovo IdeaPad Gaming 3 установлена оперативная память DDR4 объемом 8 ГБ. Для того, чтобы ее увеличить, необходимо снять нижнюю крышку. Я приобрел оперативную память DDR4 размером 8 гигабайт. Необходимо ее установить в ноутбук. Для начала необходимо открутить все болты, которые находятся на задней крышке. Для этого используем обычную крестообразную отвертку. Длина болтов здесь одинакова по всему периметру. Затем с помощью обычной пластиковой карточки необходимо отщелкнуть все защелки по периметру нижней крышки. А затем сзади. Делаем все аккуратно, чтобы не сломать защелки. Затем, для того, чтобы не было проблем с электропитанием, необходимо отключить вот этот маленький разъем аккумулятора. И устанавливаем на свое место SSD-накопитель. Для этого его устанавливаем под углом 45 градусов и опускаем вниз. Вот он установлен на свое место. И после этого устанавливаем на место нижнюю крышку. Она просто прищелкивается вот в таком положении. И аккуратно закручиваем все болты на свои места крепления нижней крышки. После этого проверим количество оперативной памяти в системе, которая работает. Нажимаем свойства. И как видите, здесь доступно 15,9 гигабайт из 16. Значит, система памяти работает удовлетворительно. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как установить дополнительно оперативную память на ноутбуке Lenovo IdeaPad Gaming 3. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами. Всем пока!